Ребята, всем привет! Немножко хотел рассказать вам сегодня про переговорные системы Кардо. Сейчас вот находимся у меня в гараже, да, здесь можно увидеть, что после сезона я давно не разбирался. Они здесь везде и всюду, какие-то лежат здесь, какие-то он лежат, еще я нашел, лежат на зарядке. Вот, я на самом деле использовал их очень много в этом году во время съемок, во время снегоходной езды, во время дорожной езды. Можно посмотреть, да, что у меня на каждом, вот здесь вот на каждом шлеме. Везде все установлено, стоят динамики. Кстати, у последних моделей очень круто то, что динамики стоят JBL, то есть у них офигенный звук, совершенно микрофончик. И сейчас динамик, колоночку саму мы тоже найдем. Вон она там внутри, вот так вот ее как бы будет видно. Вот. Собственно, на дорожном шлеме, на кроссовом шлеме, в котором я езжу и на снегоходе, аналогичная история и на снегоходе, езжу в нем и эндуро, он такой уже как бы бывалый, да, можно обратить внимание. В общем, как бы в нем тоже у меня переговорник стоит, и я как бы ей часто пользуюсь. Штука очень удобная, я реально прям, вот честно скажу, прям кайфанул, потому что, особенно при дорожной езде, в эндуро все понятно, что это удобно, что ты все время всех слышишь и так далее, но, например, на дорожном мотике у меня прям был, я помню, прям до сих пор запомнил этот день, когда была классная погода, все было здорово, на улице было прям жарко, и я просто прям в шортах накинул куртку и как бы и погнал на дорожном мотике, аккуратно покататься просто там по городу, уехал за город, наслаждался природой, там местными красотами и так далее, и просто поставил себе любимые треки, слушал музыку, и был просто кайф. На самом деле вещь очень удобная, как и для путешествий, так и для спорта. Мы также, кстати, на самом деле используем переговорки, эти же системы, только с большими наушниками, когда выстраиваем площадки, ну, для наших выступлений ставим рампы, приемники, очень удобно, когда ты на расстоянии там 100-150 метров друг от друга, например, ты можешь там, ну, друг друга комментировать, там, подсказывать левее, правее, не надо кричать и срывать голос, как, например, у меня очень часто бывает. И вот, так что вещь на самом деле суперская, я очень доволен использованием. Как бы плюсов большое количество, я, конечно, не сильный критик, я не буду вот это разбирать, там, плюсы-минусы. Из минусов я бы отметил, пожалуй, то, что для меня, например, всегда была проблема комбинации вот этих кнопок, да, которые там какие-то включают, какие-то выключают. Учитывая, что, конечно, ты этим пользуешься не как сотовым телефоном, не каждый день, ты эти комбинации забываешь. И периодически приходится вот эти тыркания все как бы вспоминать методом тыка, пока ты там не нажмешь то, что там тебе нужно. И вот также при езде, я помню, когда ты забываешь, ты начинаешь кликать, какой там, какой нажать, ответить на звонок, какой не ответить, там паузу плейлиста или перелистнуть треки. Ну, в общем, как бы некоторые путаницы есть, потому что как бы эти кнопочки, ну, как бы нужно просто, ну, запомнить, как этим пользоваться. И, собственно, все, как бы остальное, все полностью устраивает, вещь классная и самое главное, что очень нужная.